Волонтерский центр «Единой России» по оказанию разноплановой помощи населению в связи с пандемией коронавирусной инфекции продолжает свою работу. В рамках реализации партийного проекта «Чистая страна» волонтеры помогли в благоустройстве пруда в деревне Салманово. После уборки и окоса территории провели зарыбление водоема для поддержания экосистемы. Всего в пруд выпустили около 500 мальков. Ведется работа по оказанию адресной помощи нуждающимся, пенсионерам, многодетным семьям и маломобильным гражданам. Звоните на горячую линию.